Итак, друзья, всем привет! Сегодня РД-59, и РД-задания уже закончились. Сейчас перейдем к нашему разговору. Сегодня будет одна из самых моих любимых тем, о которой я люблю говорить. Это тема про мысли и о том, о чем ты должен думать, чтобы достичь успеха в своей жизни. Поехали! Итак, друзья, хочу начать с пословицы, которую я прочел в книге «Думай и богатей». Она звучит так. «Успех идет к тому, кто думает о успехе. Поражение идет к тому, кто позволяет себе думать о поражении». Это вообще очень мудрый совет, если ты хочешь дать совет своему другу. Во-первых, я бы хотел, чтобы ты дал вот эту вот пословицу. Почему? Потому что... Есть огромная разница между теми людьми, которые играют для того, чтобы победить, и между теми, кто играет для того, чтобы не проигрывать. Объясню, в чем разница. Во-первых, так как наш мозг – это целая конструкция, и оно имеет такое свойство притягивать к себе возможности, шансы, обстоятельства, мысли – о том, о чем ты думаешь в этот момент. Если ты думаешь о победе, то твой мозг будет притягивать к тебе мысли, которые помогут тебе решить те проблемы, которые стоят между тобой и между твоим целем. А если ты думаешь о том, чтобы не проигрывать, то твой мозг притягивает к тебе мысли для того, чтобы ты только не проиграл, а не те мысли, которые тебе нужны для того, чтобы ты выиграл. Оно притягивает к тебе все мысли, которые помогут тебе всего лишь не проиграть. Вообще это не трудно. Даже если вы не понимаете суть, делайте это постоянно. Тренируйте свой мозг, думай только о успехе, думай только о своих целях, думай только о том, как победить, а не проигрывать. Приучите себя и свой мозг думать о том, что тебе нужно для того, чтобы ты выигрывал. Это идет с опытом, это идет с тренировками, день за днем, шаг за шагом. Не бывает такого, чтобы ты вот прямо встал и чтобы у тебя были такие настройки в уме, что ты будешь только целый день думать о успехе и о своих целях. Потому что это сложно. Потому что в жизни мы сталкиваемся с ситуациями, которые дают нам негативную энергию и которые мешают нам думать о успехе. Но со временем, если ты будешь приучить себя думать о успехе, то твой мозг перестанет обратить внимание на негативные и станет обращать свое внимание только на позитивные и только на успехи. Так что всегда думайте о успехе, и она сам будет стучать в ваши двери. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, поделиться этим видео вашими друзьями и родственниками, чтобы они тоже были в курсе обо всем хорошем и обо всем эффективном. Всем пока.